Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о весле для САПа. Это весло состоит из алюминия и пластика. Высота регулируется под каждого сапера индивидуально. Вот. Мой рост составляет 175 сантиметров. Здесь есть риски. Выбираем 75 и проверяем. Высота ручки должна быть на запястье сапера. Весло трехсекционное, разбирается на три части. Вот так компактно он раскладывается. Так, также можно его убрать в сумку и переносить его с собой. Это весло есть у нас на сайте, все ссылки в описании.